Хочу показать вам, как круто справляется средство Brand Free. Это чудо-очиститель. У меня вот есть такая белая футболка у Лёвы. Она уже вся в пятнах. Он в ней кушал и рисовал за целый день. Сейчас мы испробуем это средство на ней. Мы берем это средство. Оно плюс этого средства универсальное. Для стирки, для посуды, для чистки поверхности, для чистки сантехники и раковины. И также для дезинфекции. Мы пробовали ее и для посуды, и для стирки, и для чистки поверхностей. Классно со всем справляется. Также для сантехники тоже круто. Насыпаем средство на вещь и заливаем крутым кипятком. Чайник только вскипел. Я сразу заливаю. Вы можете видеть, как происходит реакция. Очень много маленьких пузырьков. И полностью опускаю всю футболку в это средство. Можно на 15 минут, можно на час оставить до следующей стирки. И вот какие белые футболки я вытащила. Ни одного пятна не осталось. Вещи как новые. Ссылочка на средство будет в описании. Теперь давайте посмотрим, как это средство справится с посудой. У меня есть чашка от кофе. И вот эта чашка, вторая белая, она испачкалась с чаем. И у нее такие внутри грани, что губка не подлезает в эти места. Давайте посмотрим, как справится это средство. Вот эту чашку уже даже не пользовались ей, потому что она не очищается обычным средством для мытья посуды. Насыпаю по 1-1,5 столовой ложки средства. Заливаю также кипятком. Здесь я оставила на минуты 3 его. После этого я просто в раковине сполоснула эти чашки водой. Ничем не терла, не отмывала. Посмотрите, как круто они отмылись. Какие белые чашки остались. Плюс этого средства, конечно, что оно универсальное и подходит для многих видов загрязнения. Все ссылочки будут в описании. Поехали мы в больницу на медосмотр. Нам всем месяц. Месяц сегодня. Погода такая классная, солнечная. Я ж в одной кофте. Булочка тут у нас на солнышке греется. Хочешь? Кто это у тебя тут? Братик, да? Братик твой. А так ты его чмокаешь, да? Любишь братика? Расскажи, что у тебя такое здесь есть. Кукурузных палочек попался. Пистолет. Открой, покажи пульки свои там, какие пульки. Вот такие пульки плоские. Да? Так далеко он стреляет. 3 пульки были. Может, конечно, больше в комплекте было. Два котеночка лежат. Наше с Лёвой творчество. Сделали божью коровку. Он все ищет на улице божьих коровок. Мы сделали свою летающую домашнюю божью коровку. Давай. Раз, два, три. Поехали. Молодец. С машинкой вместе катаемся. Герман такой тут серьезный лежит, да? Скажи, меня в игру не зовут, хотя Лёва прорывает его взять за руку, повезти играться. Я говорю, пока Герман настолько лежит и ест, и спит, да? И чуть-чуть смотрим, так серьезно смотрим. Бабушка Лёва подарила вот такую бабочку. Он очень любит бабочек, кстати. И вот здесь такие крылышки с ордером идут. Цветочек вот здесь. Там лепесток, да? Давай собирать. Кого ждешь ты? Стучишь в окно. Кто там? Придем домой, Лёва поспит, проснется и будем красть яички. Думаем сделать каркаде и луковая шелуха. Костя мама каждый год красит, и мы у нее потом забираем вот эту луковую шелуху с водой. Что не надо самим искать эту шелуху. И мы демчики едим. Будешь ему носик? Катаются мои мужчины. Один спит.
Все проспал. Сейчас ходили в магазин, купили все пасхального сыра. На улице настолько холодно. Буду делать пасхальный сыр. Крестный перетор творог, сливочное масло домашнее, сепарированную сметану, молочко. Обычное топленое, очень вкусное. Мама передала тортик. Костя Леви купил такой огромный киндер. Мне самое интересно, что здесь у нас уже есть таких две пчелки из этой коллекции. Надеюсь, попадется какая-то новая. Чупа-чупсы Костя купил на раздачу деткам, конфетки. Лёва ломтики очень сильно эти любит. Теперь Костя еще купил. Яички мы будем красить. Будем красить луковой шелухой и чаем крокоде. Делюсь с вами, но это будем когда Лёва проснется делать. Наклеечки будем клеить. Еще Костя купил кофе. Вот последний раз мы брали. Нам оно очень понравилось. Оно крепкое. Под крепость 5. Видите, 5 штучек. В общем, вкусный кофе. Костя мама красила яички. И вот она с нами поделилась. Мы ее каждый год берем. Воду с шелухой луковой. Я сейчас опущу яички и буду варить. Я варю долго. Так, надо их немножко туда зарыть. Одни у меня будут в луковой шелухе, а другие у меня в чае. И будем делать пасхальный сыр. Это у нас сливочное масло домашнее. Красное нам передала. Вот у нас уже кусочек отрезанный. Тоже творог домашний. Сейчас подготовлю сахар, ванилин. Желтки вареные и сливки нужно 35%. Так, здесь я смешала творог, сахар, сливочное масло, ванилин. Отсюда я возьму желтки. И вот у меня еще 35% сливки. Их мне Лиана сейчас привезет. Я про них забыла. Сейчас первый раз будем с Левой яички клеить. Да, наклеечками. Кто у нас тут? Бабочка. Давай, я тебе ее отклею, ты на яичко, ладно? Такие есть. И которые в кипяток отпускать. У нас в луковой шелухе. Очень красивые получились. Будем клеить. Угу. Давай, на яичко наклеим. Бери. И я тоже какую-нибудь, да, возьму? Я вот такую серебряную возьму. Завтра Пасха, молодец. Да, еще одну. Ну, другую наклей. Вот маленькую такую бабочку. Серебристую. Да, давай, клей. Красиво. Получается? Давай, помогу. Помогу. Приклеила, скажи, к пальцу, да? Какая красота. Стесняешься, что ли? Что у тебя здесь? Наклеечки? Угу. Да, вот такие у нас получились. Блин. С цветочками. Да, молодец ты, молодец. Давай. Лёва у нас подумал, что это шоколадное яйцо, видно. Как-то кусать начал, я сказала, что это не шоколадное. А Костя ему купил киндер. Киндер папа купил, да? Рад ты? Угу. Давай открывать будем? Угу. У нас в этой коллекции есть пчелка в сотах и пчелка, которая на балансе таком балансирует. Посмотрим, что в этом попалось. Открываем. Самая любимая часть. Маме даже, Лёв, больше интересно, чем тебе. У Лёвы слезы блестят, как он кусал это яйцо. Ой, сколько шоколада. Что же там внутри? Опа. И там. Такая же у нас была, да? Соты, и она в таком на балансире стоит. Да, вот у нас в сотах есть. И две вот таких получается. А на качельках у нас еще не попадалось. Вот это тоже у нас нет еще.
какая красота у нас получилась. Вот эти в чае каркаде, это луковая шелуха. Сделали вот такие наклейки в кипятке. И где-то сделали бабочек. Целая корзинка получилась. Пасхальный сыр стоит в холодильнике, отстаивается. Покажу его вам завтра утром. Мне вот эти очень понравились, золотые с ангелочками. На следующую Пасху возьму таких побольше. Всем доброе воскресное утро. У нас здесь куличи мы заказали. Сейчас будем резать. Творожный сыр я делала Пасху. Лёва омлетик. У нас кофе. Всем главное здоровье, мира и добра.